dvhub.ru. Помните, я вам напомню, как все начиналось, когда их не было, этих камер, и заборов не было. И когда мы с вами не раз встречались на местах, по-разному разговаривали, ну, нашли же варианты. Практически охватили видеонаблюдением, и кнопками всех охватили, и заборами охватили. И стало намного спокойнее, нормально, понятно, и дисциплина улучшилась в тех школах и дошкольных учреждениях, о которых мы говорим. Значит, предлагаю, давайте, вот я не буду волонтаристы, тут сроки устанавливать, вот по кнопкам договорились, что до этого года мы все закончим. Тут даже вопросов не может быть. По видео, вот, пожалуйста, у кого есть там проблемы, Вязинский район, там самый отстающий у нас, пожалуйста, с нашим Министерством образования, разработать какой-то сквозной график или там, ну, продумайте как. Разумные сроки, давайте и поддержим края. Те школы, где там, те районы, где не получается. Ну, мы даже тоже этот вопрос завершим. dvhub.ru